С началом лета северные народы встречают Новый год, празднование которого стало очень популярным. Такой праздник под названием Икячик состоялся 1 июня, Международный день защиты детей в Хатыстырской школе, который мы посетили во время нашей командировки. Праздник был очень красочный. Все классы в нарядных национальных одеждах прошли праздничным парадом. Все началось с самого главного эвенкийского обряда – обряда очищения. Школа старается возродить культуру, возродить язык эвенкийского народа. И поэтому первым делом мы должны возродить культуру. А с этой целью мы проводим различные эвенкийские праздники. Среди них и традиционный наш праздник Икячик. Помимо этого, мы уже начинаем изучать эвенкийский язык со 2 по 9 класс. Наши дети ежегодно становятся победителями, либо занимают призовые места в республиканских олимпиадах, международных олимпиадах по эвенкийскому языку. Участвует очень много в различных театрализованных представлениях, а также занимают призовые места. В нашей школе функционирует хатыстырский филиал вокальной группы Тулыхан. Помимо якутских песен, они изучают наши традиционные эвенкийские песни и выступают в различных мероприятиях. Наша школа старается, как я уже говорил, сохранить и возродить культуру и язык эвенкийского народа. А наши учителя, наши работники нашей школы стараются всеми силами придерживаться вот таких целей. И сделаем все возможное, чтобы наш язык, наша культура никогда не исчезла. Икячик мы проводим уже более 30 лет в нашей школе. Именно по фольклору, по языку. И второй год уже мы проводим в нашей школе. Раньше мы проводили, где место Бакалдын, а сейчас тут ежегодно. Это конкурсы песен, танцев, спортивные соревнования, конкурсы национальных костюмов. Праздник, конечно, детям дает много. Это только играют, но и изучают, овладевают языком. Показывает себя на зрителей, да, и родители очень активно участвуют в нас, и спонсируют этот праздник. Эвенкийский язык изучаем с 3 класса, так как были проблемы по изучению, потому что в 1 классе, 2 классе дети, многие не знают язык, особенно русскоязычные приходят. И поэтому мы решили изучать детей вот с 3 класса. У нас есть национальные праздники. Это по циклу идет, да? Это в ноябре мы проводим бултлон для мальчиков. Именно в марте Нелькины Эмерен среди школ Южной Якутии. И заканчиваем наш праздник Икячик. Все наши дети любят эти праздники и ждут эти праздники. На сцене сменяли друг друга в песни и танцы, в конкурсе которых и показывали свои таланты ученики. Одной из лучших в танцах стала Анжелика Кононова. Я учусь в 10 классе. Я танцую в ансамбле «Энникен». В свободное время я люблю читать книги, заниматься танцами. Народный коллектив еще давно сформировался в 1980-х. Вот, почти 40 лет. А я в «Энникене» танцую более 10 лет. В этом году будет 10 лет. Наш ансамбль выезжал и выступал в других местах. Не только в нашем селе, но и в других местах. Например, Сахалин, Москва, Питер. Там много еще. Перечислять долго.
1 июня – День защиты детей. Это праздник проводится каждый год в нашей школе. После окончания школы я бы хотела поступить в художественный университет. Там доучиться и осуществить свои мечты. Меня зовут Тимур Андросов. Мне 9 лет, я учусь в 3-м классе, хожу в кружок Тулыхан. В свободное время я занимаюсь танцами. Костюмы мама шила. Меня зовут Коля День. Коля Порядин. Николай Федорович Порядин. Ага. Мен 11 хастах, бен 4 класс уренечи, бен бу быйыл 4 эхил уже 5 класс олавын. Бехи класс утыгар хүрбетогус ого уренер, хамы өлбэх оголах класс усколага уренер. Онна, мен бу тох бастыгыз кластын төрдүс калатылышник болум. Эсе, мен учуталым аты Петрова Нина Пантелеймоновна. Бихтене бу бастыгыз кластын албыта, төрдүс класскалы, эхилеме тох классный руководитель бута мене кене болы. Анан өрәбен. Мен жарықтанарым атта әлбәқ. Үлібін. Әсі үнкілетім. Әсі үті тоқы спортзалға, тоқы ұстаныға жатым. Северная многоборья. Бігеға бұ сайын айы икетік тем болады. Тох сайын айы болады. Онна бігі кәләтті өтеме бұлыры нәмен лавытым. Онна тох көміс күнге онна гран-при болуды. Күл барар туындарым сасқыта, күл барар туындарым тұллуға. Керек күз барақсан кәтәхәр, керек күз барақсан көхітер. Тұсқоту мен дойдым, тұсқоту мен жолым. Мен жолым тапталым уята, мен жолым тапталым өріте. Той, мен хам басыға тоқ болым дегенлады, машинист. Антон Хайдера білім машиналарға сыйғанақым. Антон механик болар күмітім. Атта білігін вакансия өлбөмін. Ана өсе өйден әлікін. Тоқ, қайыр өл. Бұр аханик оғаларға дейін тоқ әренер. Ана білі тоқ кәлелер оғаларына ұлылар, өрелер, аңнулар. Тоқ бұ... Арахнай тохин соревнование болар, хюрехин, ойохун. Вот того хатарол тох болу турар соревнование. Ага. Ага. Бу рахани галах хавлювин, он агардалибин. Габышев мечельбин. Тердис класс ренечевин. Бехис класс каванна. Тақтауын. Оны бұл бұрағынекі ұлын дұғыттырым ден үріні ұллаты бұд, оны гран-при ұллы бұд. Әй, еқаға әлбәқтілі әппәппет, мен үте дұғыттарым. Әркейлі әркін күрдік әрәнер, мен чүлі олаттарым. Әйгінен болақпына, сұрсыны лақсанын абын. Жолқынларын тұттақпына, өрәбін үлістәбін. Сүріқтәрі үксө ерді күнлерге, бір сирені тұтуған. Хайлары да байырды күнлерге, бір ұлығы батыған. Өтшүрттәрге... Ох, ту бака, ратанча, ай бака.
Тупу Султан Торабака, Аллах Истин Аянеха. О, молодец. Урикит, стойбище из палаток, поражало своим убранством, выставками детских поделок и разнообразием традиционных эвенкийских и современных блюд, приготовленных детьми и родителями. Композицию, да, это импровизированное стойбище, сделанная коллективная работа родителей третьего класса. Здесь вы видите весь быт, да, и можете, даже утварь есть, да, эвенков. Это вот лабаз, где хранятся продукты, да, в летнее-зимнее время. Там собака, холба, да, холба. Там же палатка есть. В России есть даже ребеночек, он спит в этом, в люльке венкийской. Ага. Люди готовятся к празднику, да, к бакалдыну. Вот даже, смотрите, у нас есть оленевод, пастух, да, и вот даже есть место, где они кушают соль. Прям мы представляем вашему вниманию 5 видов напитков, да, это черничный морс, брусничный морс, голубичный и морс вместе с красной смородиной, да. Из необычного, да, у нас есть варенье из кедровых орешков, можете попробовать даже с лепешечкой. Так, у нас есть сальтисон, приготовленный из головы оленя, ну, как он варится, да, долго варится. Вот когда варят копыта, это получается холодец. А когда варят долго голову и остужают, вот прям, ну, технология такая же, но чуть-чуть вкус и состав немножко другой, получается сальтисон. Да, рыбка есть у нас. Ну, традиционно, да, у нас печеночный торт. Вот печень из шашлыка. Прям даже такой, сказать, медиум прожарки, да? Не прям не 100% прожарки, да. Что у нас? Ну, утки традиционные. Мин атом Екатерина Сергеевна, эмейтер опипин. Мандык эмей браханника, эмей олар бутын кытта тевистенге хаджахабыт. Мартыгар кытта хаджахабыт. Эмей аллы бутын кулюбит, олар бут күртыг эмей тевистенге. Онна бу, ма, бу баллагана... Бу таңастарын әме бәйәбі тоңырабыд кукулаларға. Атак бу валлағына ағалар бұд әме бәйелері ұз ағалақ бұд бір әп, Петр Стручков. Петр Стручков тен әп, бұ кен әме бәйеті ұнтон, мантан тұға хаджан әме мәні көрір. Онна марын ұрмас бар, егінден ұнық бұлан ұлан әме бұ бәйеті қаян ұнық қаған қаян ұңырыр. Бұ валлағына талқы. Мы манна валлана туга хайгин. Трине имитаган. Ага. Антон бе мия елер оңор буттара бир мия истеннен мастер елахпит. Пример три танга хаджи, бо кумалану да. Бастан валлана, бо валла кумалану обсайнан три крадахактартан оңор оллар. Мы валлана таба табугуттан крыян узор тахараган инник. Антон кытыгар баллаан эче түүлерин тонуп раанай саарбаны да катаяккахын кырсаны дааны тоох баянай тоох бербитинен эннибе ораллар атак тирини баллаан аха оңгоро халжыбытым урут ого халжаммын бултаан агалаллар кыхыактыыбыт эсилгелийбит бастаан сикеердааны антан катарабыт каппытын кенне уже кыхыактыыбыт дегенчече уже үлетенне ырхананна хата. Очи валлана февраль инига обычно оңырттыралар эте, эбәлер бит. Антон валлана уже имитейте барар. Анны литаган, біле ахи, ол хағанна тыяға, біле мұйла ген қырыстылар, олихин валлана ахи бұт үйтіне, нейін мәнік сыбан барандар сытыталар. Оны валлана антон жан тұқайгын, антон имитан баран. Де уже имитан баранғын, антон аны сары оңырғыр, түйет түтін біле туыраған сытый бұтын кәнді. Ичі, например, ча сарығыны тән бардым де. Аны түйет түтін біле растығын, бұруалатағын ұндық оңыртыр олар әті. Чі үлі бағытын ұндық оңырыр әті бүйч. Мы вам представляем наше творчество. А вот к вашему вниманию, например, куклы в национальной одежде, изготовленные девочками и совместно со своими мамами. И, пожалуйста, вот... Зимний комплект одежды для нашего малыша семья Сосиных предоставила.
Ну, для нас примечательно то, что у нас девочки работают совместно с мамами. И мамы дают им первые навыки шитья, ведения хозяйства. Внутри можно посмотреть то, что приготовили девочки вчера совместно со своими мамами тоже. Отцы, как видите, вместе с нашими мальчиками поставили палатку, все приготовили. Самый многочисленный класс из нашей школы. 29 человек, 15 мальчиков, 14 девочек. Все такие активные, креативные, творческие. У нас успеваемость высокая, отличников трое, хорошистов много. Дети спортивные, веселые, неунывающие. Они всегда во всем моя надежда, мой оплот. Меня зовут Изольда, я учусь в 4 классе. Мы приготовили вчера с мамой печеночный торт, утки, вот, и колдуны всякие, пицца есть, есть оладьи, есть оленей язык. Хорошо. А из всех вот этих блюд ты что больше всего любишь? Или уже научилась готовить? Я люблю колдуны. А? Я люблю колдуны. Меня зовут Айта, мне 10 лет, я учусь в 4 классе. С родителями мы приготовили эти тефтели с картофелем. Еще мы приготовили пирожки. Тут есть еще ребра свинина. И тоже маленький печеночный торт. Что ты любишь больше всего готовить? Я больше всего люблю готовить, ну, допустим, котлетки, тефтельки. Да, и наши родители вчера с девочками приготовили, но они сегодня к нам предоставили, вашему вниманию, оленей язык, уточка, очень вкусная, черки, которые дети все любят, таймень соленый приготовили, хариус. Пожалуйста, лепешки традиционные венкийские, оладушки. И все это приготовлено, самое главное, руками наших девочек вместе с нашими мамами и бабушками, которые нам очень много помогают. Мен Гермогенова Лилия, мен 6 класс веренетчи, да? Она, мен бейсеринан онуманы хайыр бен хабили бен. Буманнык курдук фигуркалары, мен бәмерім. Буванны курдук фигуркалары круглые мурбутум. Мен атым Руфаван Фиса. Мен 6 класс үйренәчте бен. Онна мене ме бисерінан ону мұның орыбын. Самый улахан үлем мені бу бисертан сумка. Хасты күйнен бі хам орбутум. Мана рахнай чокердарым иген балдар. Бу... Она бу. И кипарный брелок пар. Папа Алиса, я учитель 6 класса. Я с мамой делаю украшения. Вот ремень. Вот нагрудник. Вот головной убор. Вот венкийская одежда связана. Это мы с мамой делали тоже.
Меня зовут Сидорова Елена Егоровна, я классный руководитель 6 класса, и еще я мама Шестаковой Ли, которая учится тоже в 6 классе. И мы представляем сегодня современную венгийскую кухню. Традиционный детский праздник у нас проходит каждый год, и каждый год мы так собираемся в 1 июня, ставим палатки, и у нас бывают конкурсы, да, конкурс национального блюда, конкурс чума и национальных костюмов. Вы уже костюмы видели, да? И сегодня Лилия расскажет, что она принесла. Лилия принесла... Я принесла блины. Внутри блинов находится рис с мясом. Я эти блины приготовила вместе с мамой. Мама тоже очень любит готовить. Мама Лили очень любит готовить. Вот. Вместе с мамами, вместе с детьми мы все собираемся, готовим, оформляем. У нас вареное мясо с брусничным соусом. У нас в современном стиле кухня. Как говорится, забытая, старая, в современном стиле. Рыбка малосольная, свежая, вот буквально таймень. Буквально... И вчера. Только-только вчера выловленная рыба. Вот. Печеночные оладушки у нас. Эвенкийский хлеб, вот след гагары. Оформление, вот кедровые орешки. Ну, как вот видите, все в современном стиле. Да, у нас напитки есть. А вот это вот мясо очень интересно лежат, как ушки. А вот это... Как устрица. Значит, да, это у нас эвенкийское национальное блюдо. Называется, ну, в простонародье колдуныди. Все. А так у якутской кухни есть это как бабусы, даже есть батаде, а у нас это колдуны из оленины, очень вкусно бывает. Все. У нас есть напитки, это брусничный морс, черничный морс, есть чай травяной с брусникой. Варенье из разных ягод, дары природы. Так, потом мы оформили подставки из березы, сосна, барса, это нам сделали папы. У нас есть такие тарелочки, это мы сделали тарелочки, чтобы здесь кушали жюри, да, вот так берут, пробовали кладут, наши. Например, вот колдуны берут, кушают, ставят и вот так кушают. Вот так, оригинально. Вот. Мені ғарбим Юнухова Лариса Вангардовна, мені сенім өду Ланджапкун қаласын татчара, бі товар палаткава нұңарнутын, әнтілнутын әлі әді очава. Мен кі үллева жапіп кі орон тоғы иңгін бігін тадуғы тоғы Уман бігін, уман ма, тату кліпешка ва ңоропки, пирашки, орон үлледукін, нан ұңғыша. Алло мүйіп шіпке, алло бігін мұнду. Түрікачі алло, тату свежі алло бігін, жарила бұттар. Вообще Эвенкил девгавар он овкил, якунду овкил, тика таржарин угчакал, якунди овкил, тадук. Или депкил ба, улевай или депкил, тадук тохтар дагива эми нан или яна депкил. Каждый год мы для своих детей стараемся, вот школа проводит каждый год 1 числа июня, в День защиты детей, праздник, вот, и кетчик. Встреча солнца, да, и мы как родители, нам интересно, это в наших интересах прививать детям вот любовь к традиции, к эвенкийским традициям. Мы вот возводим палатки, украшаем в эвенкийском стиле, готовим эвенкийские блюда, соревнуемся между классами, да, у кого что, как, кто как подготовился. Вот все снимали, наверное, видели уже, что дети у всех классов своя единая форма. Все красивые в этот праздник, и детям тоже очень нравится. Конкурсов много, как спортивных, так и вот, да, песни, танцы, все в национальном стиле. И мы вот как родители стараемся каждый год участвовать в этом празднике вместе. Ну, я Гермогенова Лариса Давыдовна,
бабушка, но тоже все равно постоянно здесь. И вот мы тоже постоянно с детьми везде участвуем, стараемся вместе, также прививаем. Вот, ну, они у нас уже знают, вот, например, этот кумалан, это кумалан дружбы. Дина, а если круглая, что у нас, вот если кумалан, то это, что без, жизнь у них протекала без острых углов, по кругу, да, и так, ну, вот такие вот они все, вот эти признаки, вот эти все знают дети наши, а, и вот постараются, у нас и спортсмены есть, постоянно первые, вторые призы, вот, по борьбе, также у нас вот песни, песни, танцы, вот у нас постоянно дети. Мы с родителями тоже постоянно с ними вместе. В песнях, танцах, веселых спортивных состязаниях незаметно пролетел праздничный день. И дети, и учителя, и родители все были довольны и счастливы. Ведь после праздника начиналась самая любимая пора – школьные каникулы.